Сегодня состоялось торжественное открытие 12-го кинофестиваля. Ай, Юрий Николаевич, все понятно. Ты снял номер гостиницы, да? Если прозрение. Иди сюда. А ты поймай. Я был на студии. Меня видели десятки человек. Ты еще врешь. Почему ты все валишь в одну кучу, а? Будем привыкать жить отдельно. Все равно расстанемся. Ну пойми, ну не мы решаем, а там. Придумай что-нибудь. Итак, господа. От известных вам супругов Нечаевых поступило заявление. После смерти они хотят быть вместе. Официально заявляю, что я, Нечаев Юрий Николаевич, хочу вместе со своей супругой, Нечаевой Еленой Михайловной, проживать на том свете совместно. Ну какая может быть любовь? Какая вечность? Я прямо сейчас скажу Ленке, что ухожу. В конце концов, не она первая поплачет и успокоится. Где же шампанское? Я замучила его своими истериками, гороскопами, подозрениями. А я думаю, что он любит только жену и не хочет с ней расставаться. Алло, Лен, не серьезный разговор. Уверены ли они сами, что по-настоящему любят друг друга? На что ты готов? На все. Жизнь после жизни. Премьера многосерийного фильма. Скоро на Первом.